Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в казино. Сегодня мы играем в Балатро, наш любимый. Окей. Слушай, ну мы все сделали, все анлоки, нам теперь только осталось пробивать возвышение. Так что сегодня по многочисленным запросам решили пробивать возвышение. Будем фиолетовую ставку на желтой колоде. Я бы с удовольствием предпочел бы, чтобы все эти, конечно, ставки анлокались на всех колодах, как в Братат в каком-нибудь, когда ты анлокаешь на одной колоде возвышение, но открывается на всех. Но тут нам не разрешают так делать, поэтому вот придется пока что на желтой колоде. Желтая колода мне нравится, она самая нейтральная, у нее бонус $10 в начале партии. Хорошо, так аккуратненько, не мешает, абсолютно нейтральная колода, да? 10 рублей — это 10 рублей. Фиолетовая ставка. Требования по очкам растут еще быстрее с каждым анте. Включает все предыдущие ставки. Мы ее не проходили. По-моему, мы ее пробовали, и была руина. Сегодня руины не будет. Есть один момент, который может нам дать руину. Легко. Знаешь, какой? Нам нужно сделать ачивку на шляпу. Нам нужно купить купон на шляпу и покупать карты в магазине, 15 штук. Так что если шляпа попадется, мы обязаны ее взять и как бы постараться преодолеть. Но вообще идем за победой. Так, жетон дубль дает копию следующего выбранного жетона. А следующий жетон — это фольгированный жетон. Следующий стандартный джокер в магазине становится бесплатным и фольгированным. Ну слушай, можно бахнуть, да, вот эти два. Два фольгированных джокера в начале игры, да вроде хорошо. Два бесплатных. Ну а что, бесплатные фольгированные джокеры плохо, что ли? Хорошо, по-моему, отлично. Конечно, там рандомные джокеры, ты не знаешь, будут ли они хорошими, но 100 фишек — это 100 фишек, и деньги у нас есть. Так что давай бахать, давай вот так вот. И у нас деньги будут, потому что мы на желтой колоде. Главное сейчас не проиграть босса, окей? Чат, сосредоточьтесь, и не надо мне тут руинить. Ставку мы сделали на 8 анте. Да, 8 анте, отлично, спасибо. Ну, поехали. Так, пятерки. Пики ослаблены. Пики лучше не играть. Есть дамы, есть пятерки. Типа на фулл хаус потенциал, да? Ну, я не вижу сейчас хорошего флеша, кроме крестей. Ну, три крести есть. В принципе, можно флеши делать. Или пойти на фулл хаус. Теоретически фулл хаус чуть-чуть сильнее флеша. Немножко. Но не особенно. Ну, если на фулл хаус, тогда вот так. В принципе, это не мешает флеш собирать. Можно... Ой. А, мешает. Да, вот так вот мешает. Ну... Давай, давай, наверное, фулл хаус. Нам нужна одна пятерка или одна дама. Или больше шансов будет вытащить, наверное, все-таки пару крестей, да? Наверное, на крести больше шансов. Наверное, да. Давай все-таки крести, не будем изобретать велосипед. Крести, дураки на месте. Ну, неудачно. Не вытащили крести. Вот теперь вытащили. Кстати... Мы не вытащили в итоге ни пятерок, ни дам, по-моему, да? Окей, в флеш пошел. Хорошо. Угу. И можем ли мы еще один флеш сделать? Или может у нас что-то есть? 4, 6, 7, 8, почти стрит. Пятерки не хватает. Но пятерки всего 2 остались. У нас 3 руки. Сбросы кончились. Надо играть что-нибудь. Стрит? Подожди, сколько бубей? Бубей 8. Ну, у нас всех по 8, кроме крестей. Крестей меньше всего. Вот будет позорище сейчас слить. Давай этого делать не будем. Давай вытащим буби. Окей, если я скину вот это все здесь, вообще что-то будет? Или это будет старшая карта, да? Ах. Ну, надеюсь. 5 очков! Окей, по-моему, мы в порядке. Еще один флэш. Будет почти 600, и надо добить чем-нибудь. А, еще один флэш.
Найс. Три флеша. Повезло, может быть. А может, я просто профессионал. Варлок, какой твой любимый рогалик, кроме Слейза Спайра и Балатра? Я знаю, ты их любишь. Пишет Егор на ютубе. Егор, ты абсолютно прав, я их обожаю. И знаешь, какой мой любимый, кроме Слейза Спайра и Балатра? Рогалик. Пеглин. Ну, честно, мне очень нравится Пеглин, прям вообще класс. Я его ругаю, там баланса нет, но он, блин, супер веселый. И еще мне очень нравится Тини Роукс. Мы их на стримах не играем, но я их много играл просто для себя по вечерам. Там Тайни Роукс называется. Тоже очень классно. Вечный хитрый Джокер. Плюс 50 фишек, если в сыгранной руке есть пара. А вот и ловушка Джокера. Вечный, нельзя продать и уничтожить. Я забыл про вечных Джокеров. Ну, это просто 100 фишек, да? И то, если какие-нибудь стриты играть или флеши, то это и работать не будет. Ай, ну это просто 100 фишек, блин, бесплатный. Хочется, конечно, купить бесплатного Джокера. Ну, наверное, пока нет. Очень хороший купон. Плюс одна рука, это супер купон. Наверное, нужно покупать штатской набор. Мне не нравится вообще. О, так, акробат. X3 множитель для последней руки раунда. Тоже вечный. Для последней руки. Это что ж за билд-то можно на этом собрать? Типа идея в том, что ты сбрасываешь все, потом играешь все и последней рукой собираешь какой-нибудь супер-мега стрит-флэш, да? Флэш-рояль. Акробаты по данх его. Он только на последнюю руку работает. Не слишком стрёмно все вот ставить на последнюю руку. Автобусный тур. Получает плюс один множитель за каждую последовательную руку, сыгранную без подсчитываемых карт с лицом. Так, а вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Множители за руки без лица. Ну, билдообразующая штука. Да я вижу, что на акробате X3 тят. Я вижу, что на нем X3, но он вечный, понимаешь? Мы его купим, и все, его никак не убрать. А вот тут, давай попробуем билд на автобус, а? Давайте попробуем. Вот. Ну, иксовый множитель нам пока ничего особо не дает. Давайте попробуем автобус. Ну и тогда что? Если автобус собирать, тогда брать вот этого хитрого Джокера, просто потому что он бесплатный. Не бери автобус, ты не умеешь. Привет, Rebellion Dandelion. А что это я не умею? Я вообще-то машинист. У меня корочки есть. Если автобус с гусеницами на рычагах, я вообще легко смогу повезти его. Я гусеничную технику умею водить. Да. Угу. Ну да, гусеничный бронеавтобус. Я запросто. Слушай, хитрый Джокер, наверное, ловушка. Наверное, он плохой. Не буду я его брать. Но слишком малый бонус. Просто 100 фишек и все. Не. У нас должен быть еще один бесплатный. Еще один жетон есть. Деньги на рерол тратить не хочется, но... Ах ты, собака. Вот это ловушка Джокера. Ну все. А мы пройдем следующий бой вообще, нет? Карты и бустерные наборы в следующем магазине бесплатны. 1000. 1000. 1000, но мы получаем множитель за каждую руку, сыгранную без карт с лицом. Здесь нет лиц. И это фулл хаус на тройках и двойках. Кто-то скажет везение, а я скажу... Я скажу скилл. Смотри. 265. Мало. Мало. Так, тузы это не лица. Тузы не лица. Так что, ну у нас еще 4 руки. У шамана 4 руки, у нас 3, 4 руки. Восьмерки, четверки. Ну давай десятки и тузы искать. Тогда сбрасываем вот это.
Ой, последний сброс, тратить, не тратить. Ну вот мы можем две пары сыграть, но две пары, конечно, очень грустно. Четверки, пятерки, наверное. Ну давай последнюю тратить, там уж не знаю, как-нибудь. О, флэш. Слушай, ну флэш лучше, чем две пары, и здесь карт с лицом тоже нет. Нормально, играем. А дальше что будем делать? Не знаю. Плюс два. О, сколько карт с лицом смотрят своими лицами. Так, нам нужна пара здесь. Слушай, надо без подсчитываемых. То есть теоретически я могу скинуть. Подожди, а если я сыграю карту с лицом, то я заруиню? Стрит у нас есть. Так, вижу стрит. Нет. Чат, никакого стрита. Если я сыграю карту с лицом, я буквально убью его, да? Он сломается до конца. Окей, мы можем сыграть одну даму, одного короля, одного вольта. Вот так. И это будет пара, и оно не сломает автобусный тур. Отлично. И у нас еще две руки остается. Так, не руинить, сосредоточиться. Не руинить, сосредоточиться. Слушай, 859. У нас ничего нет, да? Ничего нет. А что у нас есть тут? Двоек нет, троек нет. Так, эти ребята идут в сброс. Четверок 2. Теоретически у нас тут 2, 3, 4. И шестерок 4. Может быть, мы вытащим стрит. Четверку, если вытащим, да? Может и вытащим. Тузов 2. То есть как-то мне нужно сейчас сделать сбросовую руку. Но мой единственный шанс сделать сбросовую руку — это вот так. Старшая карта, да? Ну тогда у меня шансов на стрит почти нет. Блин. А что делать теперь? А что у нас восьмерки, девятки? Восьмерок, девяток тоже по две в колоде осталось. 6 пик. Ну, флеш не собрать уже. Да, стрит с лицами сломает автобус. В том-то и прикол. Восьмерку, девятку, думаете, надо сбрасывать? Думаете, надо? Ну, не знаю. Остановка трэш-то вот похоже на то. Найдем четверку. Даже если четверку найдем, то нам нужно туза оставлять для того, чтобы четверку найти. Видишь? Вот так вот еще одного туза и четверку искать. Потому что иначе я потеряю бонус автобуса. А что делать? Какие у нас выборы? Выборов нет, да? Надо, чтобы повезло. Иначе мы теряем бонус автобусного тура, и тогда вообще без шансов. 2, 3. Четверку нашли, но туза теперь нет. Подожди. 10, 8, 7, 5. Пара. А, последняя рука. Почти флэш. Почти одной пики не хватает. Пара побеждает? Ну, сейчас узнаем, да. Ну, а больше ничего нет. Стрита нет, ничего нет. Ну, только либо пара побеждает, либо нет. Сейчас узнаем. Изи! 1079. Все просчитано на 20 ходов вперед. И бесплатный поднятый кулак. Добавляет удвоенное достоинство наименьшей удерживаемой в руке карты к множителю. Слушай, вроде подходит, да? Вроде наш. Отлично. Идол. Вечный идол. Каждая пятерка червей дает x2 множитель при подсчете. Карты меняются каждый раунд. Это для билда на одни и те же карты. Ну и мы без денег вообще. 2 рубля. Что ж. Ну надо играть. Не, автобус надо играть. Поднятый кулак как раз с автобусом работает.
типа будем оставлять вот такие карточки в руке, они будут давать много, хороший бонус. Слушай, с кулаком на самом деле, мне кажется, что у нас все хорошо. И здесь у нас есть фишки. 6. О, смотри, почти стрит, да? Почти стрит. 6, 8, 9, 10. Нужна либо пятерка. Ну, давай сыграем вот так пару, да? Для разгона автобуса. И с десятки. А, наименьшая. Короля тоже сыграю. Короля тоже сыграю, чтобы поискать стрит. Король не сломает автобус. Окей, будем играть, нам нужно даже пару, 1500. Ого, 1600. Нифига. Слишком много, надо было даже меньше. Надо было фармить автобус. Золотой джокер дает 4 доллара в конце раунда. Бегун, 15 фишек, если есть стрит. Стрита нет. Кулак еще 50 фишек дает, да. На самом деле довольно сильно у нас. Золотой, ну он окупится, да? В принципе, что за 2 раунда. Трефы ослаблены. Ну, наверное, трефу пройдем как-нибудь. Угу. Слушай, если она ослаблена, она не подсчитывается. Правильно? Качаем старшую карту. Ну, старшая карта под автобусный тур логично. Слушай, ну неужели у нас такой сильный билд, что мы сейчас будем старшими картами набивать? Типа, если я сейчас сделаю какую-нибудь глупость, типа вот так. Нет. Типа вот так. Это должна быть старшая карта король, но она не подсчитается. И автобусный тур должен сыграть, по идее. Тройку сыграть. Давай тройку сыграем. Четверку и тройку скинуть, да? Окей, попробуем вот так. Посмотрим, что будет. Мне кажется, мы без проблем должны побеждать здесь. Да, автобусный тур жив. Мы 1300 набили. Блин, мы слишком сильные. Не получается качать. Типа вот так. Тоже будет старшая карта. Это будет туз. И все. Играй по одной. Так я считаю, что по одной сейчас и играю. Я играю старшую карту. Старшая карта это одна. Оно все остальные вообще не посчитает. И мы набили слишком быстро. Ну, автобус плюс 8. Типа. Не играй большие, играй маленькие, у тебя кулак. Так я наоборот пытался меньше набивать, чтобы посильнее автобус раскачать. Чат, я специально играл. Идея в том, что нам нужно было наоборот как можно больше рук сыграть. Мы не хотели набивать много. В том-то и прикол. Наоборот, слишком много набивали. Нам надо было меньше. Купон. Повышает максимум денежных бонусов в конце раунда до 10. Угу. Играй самую маленькую карту. Наоборот, кулак дает тебе бонус самой маленькой карты. То есть, чтобы меньше набивать, тебе нужно играть самые старшие карты, а маленькие оставлять. Вот. Удерживаемые в руке. В смысле, не в той, которую ты играл, а которые у тебя остались карты. Вот. По-моему, я прав. Может, я что-то перепутал. Нет? Чат, вы меня путаете. Жадный джокер. Играешь маленький, кулак дает мультипликатор большой, оставшийся в руке. Да, все правильно. Да. Я специально играл большие, чтобы мультипликатор был меньше, потому что я хотел больше рук сыграть. Окей. Жадный джокер. Сыгранные карты с мастью бубны дают плюс 3 множитель при подсчете. Нам надо экономику сейчас сделать. У нас с экономикой просто капец. Хана. Денег нет. Давайте, короче, просто сейчас скипнем магазин. Если тут какой-то имбы не будет, будем играть. 3200!
Ну, нам дадут, нам будут руки, чтобы сыграть и автобус прокачать. Босс Кремень. Стартовое число фишек и множитель делится на 2. Но босса вроде не боимся. Вроде не страшно. Так, ну тут мы сможем разогнаться, да? Правда, проблема вот с лицами. Давай лица сбросим просто. Угу. Чтобы они не мешались в наших планах. Ну, я вообще не боюсь, поэтому смело вот все лица сбросили. Король остался, гад такой. Казнить бы тебя, и мы никак не можем от него избавиться теперь, да? Никак не можем. И у нас тут фулл хаус есть. А, пара пятерок с королем. Вот, это логично. Пара пятерок с королем, да? И вообще вот это вот тоже сбросить. А, нет, двойку оставить, чтобы от кулака бонус шел от двойки. Тогда тройку сбросить. Во, все, вот так. Тогда король не даст бонус, бонус будет от двойки идти. Все, правильно. Да. 1000. Отлично. То, что нам нужно, ну вот такой план нас устраивает. Давай также пару шестерок используем с тем же намерением, с двойкой составленной. Пара шестерок. Ну, например, туза можно оставить, пофиг. Вот так, вот так. Ну, что-нибудь вот такое, типа, да? И оно посчитает мне двойку. Ладно, не перепутать. Что-то, почему я все время какую-то ересь делаю, вместо того, чтобы сделать нормальный человеческий билд? Окей. 10, 9, 6, 5, 4. Это будет старшая карта. Бонус будет от двойки, отлично. Может, еще дадут руку сыграть. Эх, чуть-чуть бы и могли бы еще руку сыграть. Ну, слушай, автобусный тур уже плюс 11. Как бы плюс 11 на дороге тоже не валяется. И у нас есть смерть и 25 рублей. Ну, экономика вернулась в наши края. Мы рады. Купон. С купоном надо 50 рублей в запасе держать. То есть он купон начинает бонусы давать только после 25. Давай попробуем сначала. Я куплю нам смерть, и мы попробуем сейчас с наборами аркана деньгу поднять. Император. Верховная жрица дает планеты и золотая карта. Ну вот золотые карты. Теоретически мы можем делать золотые лица. Ну, в итоге там и кулак потом сможем использовать в преимуществе. Но, наверное, нам надо смертью сделать десятку из короля, да? Или туза. Я хочу сейчас императора взять, да. Но сначала тогда надо смерть использовать. Сначала смерть, освободить место, потом императора. Давай думать, что лучше. Тузы или десятки? Ну вот так я думаю. И на тузов, и на десяток есть джокер. Но на тузов есть хороший очень джокер. Рация. Тенфор. И там бонус и на десятки, и на... и на четверки. У тузов джокер интересный, но да. Девяток тут нет, чтобы сделать. На тузы такой же, как на десятки, но с десятками еще четверки. То есть здесь, видишь, вроде как рация лучше, чем тузовский джокер. Да. Не знаю, ребят, не знаю. На десятке есть еще четный. Слушай, давай тогда десятки делать. Ой, левую, правую, наоборот. Давай тогда лучше десятки делать. Да, потому что можем, на... можем еще четный найти. О, денежки подвезли, смотри. Отлично. Так, отшельника сюда. О, джекпот. Ух, хорошо, в магазин сходил, денег купил. А умеренность давай пока оставим. Если что, надо еще под нее этих. Ну, слушай, купон теперь смотрится поинтересней. Джокеры нужны под умеренность. Так, сила. Увеличивает достоинство двух карт. Ну вот, королей бы сюда и в тузов их. А так, видишь, нет. Как бы, если мы собрали десяток, то можно девятки в десяток, а можно дам в королей в перспективе с превращением в вольтов. С другой стороны, бахнуть императора, да и все.
Сейчас умеренность. Умеренность дешевенькая получится на 9 рублей. Ну, все равно. Нормально. Девятку в десятку, ну, такое, да. Тоже у нас, собственно, пока не... А может, бонусные карты бахнуть? Может, сразу бонусные карты бахнуть? Да и все. Там девятку, десятку бонусными сделать. Ну, как-то грустно это бонусные. Хочется ва-банк. Слушай, пошли ва-банк. Давай 9 рублей и еще императора. Стеклянная карта и золотая карта. Нормально, нормально. Хорошо, я бы сказал. Теперь точно берем купон. И давай. Правда, стеклянная. Не знаю, что с ней делать теперь. Надо ли нам сет качать? Да, наверное, нет. Наверное, так. Уровень фулл хауса на 3. Да вроде как да, вроде и нет. Наверное, нам сейчас не до фулл хауса. А продать одну карту для процентов? Ну давай продадим. Okay. Хорошо. Да, чат, молодцы, правильно. Мы хотим сделать стекло. Наверное, из десятки. Ой, золотую. Наверное, как ни странно, из десяточки мы хотим сделать. Давай вот так пару сыграем. Нормально. Подожди, 4800. Ну мы не набьем, все хорошо. Кидать на большую золото. Ну на десятку, наверное, да? Ну лица, если мы автобус оставляем, в итоге мы от лиц хотим просто избавиться. Не надо вокруг них вообще ничего строить. С другой стороны, десятки, скорее всего, будем играть. Может, тогда девятку золотую? Ну, она почти десятка. И на девятке есть хороший денежный джокер. То есть вроде девятка смотрится. Двойку золотую не надо, потому что рано или поздно мы кулак захотим активировать, чтобы он работал. Может, туз? Может, тузы? Наверное, тузы нам нужны, да? Так. Давай так. Давай попробуем туз, короче. Так, здесь пара шестерок. Дама не сыграет, все хорошо. Мы не должны здесь набить. Угу, 2700, отлично. Сделать нечетные золотыми. Почему нечетные? Мне кажется, что надо золотого туза. Три руки. Ну, с тремя руками вообще ничего не боимся. Давай вот это все дело скинем. Поищем туза золотого. Что-то вот я хочу золотого туза. Не знаю почему. Мне кажется, золотой туз это красиво. Стильно. Стильно, модно, молодежно, да? Так, и все. Типа золотой туз есть. Теперь мы просто бахаем старшие карты. И все. Ничего не трогаем. Три руки, просто старшие карты. Бах. Угу. Где-то по 1000 с руки. Ну вот то, что нужно. То, что нам нужно. Какую-нибудь маленькую старшую карту. Шестерочку. Может получится еще сыграть. Не получилось. Ну, все равно хороший раунд. Денежку нам завезли. Золотой джокер окупается. Молодец. Прибыль идет хорошая, 48 рублей. Визитка. Сыгранные карты с лицом имеют шанс 1 к 2 дать 2 доллара при подсчете. Не наш. Забавный джокер дает множитель к флешу, но он вечный. Ага, ну, тут все не наше. Денег у нас много. Если бы я покупал карты планет, какие бы планеты я хотел? Слушай, чат. Я вот смотрю на эти планеты и думаю, что да никакие нам не нужны. Только пару и старшую карту, да? Как-то грустно. Как-то печально столько денег в это вкладывать. Мы, наверное, может на тузах будем играть. Ой, на тузах. На джокерах, да? Вроде как раскачка уже не пошла, не успеем.
Не успеем, да? Нита, привет! Привет, Нита! Чат, скажите привет, Нита! Нита пришла! И именно благодаря Нити, Блейд, мы можем с таким замечательным переводом играть. Смотрите, тут и карточки переведены, и все-все-все, касса написана. Классно, да? Да, у нас мод стоит от Ниты с отличным, шикарным переводом, который можно по команде восклицательный знак мод на Твиче получить. Я забыл в описании добавить. Мод. Ага. Или по ссылке на Ютубе внизу. Так что да, поддержите. Вот. Вот ссылка, да. Угу. Спасибо огромное, Нита, за замечательный мод-русификатор. Улучшенный. Так, ну, слушай, карты планет я решил не будем покупать. Пошли дальше, у нас сейчас все хорошо. Мы должны завалить этого босса и нормально качнуться. И у нас автобус, он уж какой мощный. О, туза вытащили со старту, я счастлив. Так, теперь план тот же самый. Делаем так, играем. Это будет пара троек, ага, бонус будет от двойки, и все должно быть хорошо. 1200 нам набивает пара. Нам нужно 6400 за 4 руки, да мы легко набиваем. Теперь просто бахаем старшие карты. И все, ничего нам не надо. Мы сидим спокойно, фармим денежку, фармим бонусы на автобусы. Так, две руки, у нас 3800. Подожди, две руки, три, четыре. Ну, вроде как раз получается, да? Чуть-чуть не хватает. Давай две пары сыграем. Вот так вот. Угу. Ну давай вот так две пары сыграем и должны набить нормально. Потому что двойку убрали, сейчас будет множитель от девятки. Ай, слишком много, можно было подождать. Я что-то думал, будет меньше. Привет всем из Рыбинска. Как жизнь, варлочек? Как настроение? Спасибо большое за донат. Мы как раз к вам собирались в Рыбинск съездить на этот, на водохранилище. Ну, не поехали. Но когда-нибудь доберемся. Спасибо большое за донат. У меня все хорошо. У меня настроение прекрасное. Все замечательно. Так, ну я вижу телескоп. Вот прокачка старшей карты. У нас опять билд на старшую карту. О, трефы. Давай, колесо фортуны. Голографический автобус плюс 10 множитель. Вот это автобус. Вот это да. Так, ну и у нас самая играемая как раз старшая карта. Не, ну что, пошли тогда старшую карту делать, я не знаю. Тогда делаем старшую карту, раз уж так пошла такая рука. Бывал ли ты в Самаре? Не-а. Не бывал. Бывал ли ты в Воронеже? Каждый день в Воронеже. В чат как не зайдешь, так все из Воронежа. Ну и давай космического джокера, наверное. Шанс повысить уровень играемой покерной комбинации. Запоздалое признание. Если сброс и не было использования, дает 2 доллара за каждый сброс в конце раунда. Мы вроде сбросы не используем, да? Может, кстати, и пойдет. Ну, 4 рубля потом продадим. Так. 9000. Ну, тут уже шутки кончились. 9, 13, 18. И босс, смотри, пасть. Необходимо играть одинаковую покерную комбинацию. Ну все, босс говорит, давай, сейчас будешь играть мне. Так, как я скажу. Ну все, мы сейчас тестируем. Если билд на старшую карту взлетит, то он взлетит сейчас. Если не взлетит, то никогда. И нам нельзя пропускать, нам надо качать автобус. Обязательно. Так.
9000. Наверное... Не боимся? 4, 6, 8, 10. Окей, давай попробуем, сколько старшая набивает на нем. Четверка. Мне кажется, будет нормально набивать. 2, 400. 5 на 2, 10. Все нормально, проходим. Проходим без проблем. Как раз. Да? Ну вот, вот как раз плюс-минус получается то, что нам нужно. А вроде бы нам единственное, что нужно, мы стараемся сбросы не использовать. Ну потому что автобус-то улучшился сейчас. Нормально так. Семерка. Чуть-чуть больше, чем нужно. Зато денежки. Здесь 4 рубля, здесь 4 рубля. Ну, что-то как экономика построилась. А вот и Фибоначчи. Сыгранные двойки, тройки, пятерки, восьмерки, тузы дают плюс 8 множитель при подсчете. Слушай, вроде наша, да? Хотя у нас много бонусов от автобуса. Я думаю, нужны ли нам вообще эти множители? Типа, автобус уже 33 дает. Зачем ты не играл двойку? У тебя кулак. Специально, чтобы меньше набивать и прокачивать автобус. То есть я стараюсь максимально рук играть в каждом бою. Я вот смотрю на Фибоначчи и думаю, что, блин, плюс-минус 8 множителя нам не особо взлетает, да? У нас здесь будет, ну, в теории, десяточка. И здесь у нас уже тридцаточка, то есть 40. Если посчитать процентный прирост от Фибоначчи, но он вообще никакой. Да, слабо. Слабо. Нужен иксовый множитель. Вот иксовый множитель. Вот это было бы да. С удовольствием. Но видишь, как-то его нет. В игральные карты что-то не хочу особо лезть. Ну, блин, ну вот что это такое? У меня сплошные планеты в магазине. Где джокеры нормальные? Спектральный набор. Всегда интересно. Всегда интересно спектрально. Ну, конечно, скопировать автобус хочется. Он сразу улучшенным скопируется. Босс 18 тысяч. Да, наверное, пройдем, да? Ну, спектральный набор — это самое веселое в игре. Там самая классная штука в них. Надо брать, да? Играть, конечно, надо. Мы прокачку теряем. А, да пофиг, давай. Ну, спектральный набор надо брать всегда. Криптит. Две копии выбранной карты или преобразует все карты в руке в карты одной случайной масти. А, ну, слушай, больше шансов получить что-то хорошее с символа, чем плохое. Потому что нам нужны цифры больше, чем лиц. То есть, ну, правда, здесь вот десяток. Или скопировать десяток. А что, сами по себе десятки нам вроде ничего не дают. Так будет весело. Да давай символ, давай, что ты боишься? А, это масть. А, они просто стали крестями. А я что-то подумал, что это другой джокер, который... Ой, другой, который все одного достоинства делает. Ну ладно, крести, дураки на месте. Все по плану. Нам нужно 18 тысяч здесь. Здесь мы, наверное, уже ничего не боимся. В смысле, не торопимся. И нам все еще выгодно играть старшую карту под космического джокера. Но вот так, наверное. Давай сыграем одну сильную старшую. Да, необходимо играть одинаковую покерную комбинацию. Босс. Поэтому мы играем старшую. Если я сейчас сделаю сет, мне придется сет играть все время.
И нам будет трингец. Так что не надо. Давай старшую. Так. Ну, вроде оно. Надеюсь, пройдем. Надежда на кулака. Кулак даст 9 множителя здесь. Да. И у нас есть 5 рук. Сейчас узнаем. 4000. Около 5. Вроде проходим. Нормально. Нормально. Так, 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 так. Это будет шестерочка. Нет, вольта ни в коем случае не играть. Ни в коем случае не трогать вольта. Да, он дает удвоенное достоинство даже так. Вроде должно получаться. Еще и покачаемся. Если что, можно посбрасывать что-то. Да, не, все хорошо. Тоже старшая. Сбросы оставляю на случай, если сейчас вытащим все лица. Потому что сыграем одно лицо, и нам хана. Тринадцать и две руки. Не надо сбрасывать часы. Ну да, да, ну я стараюсь. Но сбросы на всякий случай, если вдруг сейчас придет полная рука лиц. Старшая, бонус будет от лица. Все хорошо. Космонавт сегодня отдыхает, да. Спасибо, спасибо, космонавт. Ух, на тоненького. Все прямо вот у нас под этот ровень. Ты знаешь, последние несколько забегов Балатра мы играем на тоненького. И прям вот как будто игра была продумана, сбалансирована и протестирована для того, чтобы тебе вот где-то ровно вот всего хватало вот так вот впритык. Да? Как будто не просто накидали рандомных цифр из воздуха. О, чертеж. Копирует способность Джокера справа. Не, ну, чертеж мы точно берем. А вопрос вместо кого? Ну, я думаю, признание. Золотой Джокер стабильным? Стабильный? А признание будет работать не всегда. Что-то там полиция за окном ездит. Да, признание продаем. Чертеж, иди сюда. Чертеж так хорош. Ну и смотри. Во время боев копируем космонавта для прокачки. Перед последним раундом копируем золотого Джокера для денег. А если нужно выигрывать, копируем автобус. Все. Вот, в общем, переставлять с места на место. Стой, магический шар. Каждая сыгранная восьмерка имеет шанс 1 к 4 создать карту Таро при подсчете. Слушай, а давай, а что, восьмерки-то мы не удаляли? Восьмерки есть у нас? Ну, давай возьмем вместо золотого Джокера, да? С Джокером на деньги чертеж не совместим. А, вы правы. Вы правы, не работает. Купон снижает стоимость обновления магазина. Тоже надо брать, это экономика. Чат не хочет восьмерки. Ну и ладно. В другой раз, да, когда будет прям билд на восьмерке. О, отшельник, еще денежка. 20 рублей, это 20 рублей. А что мы можем силой тут сделать? Вроде ничего. Смерть. А есть нам смысл что-то тут копировать? С места на место карты перекладывать, да? Давай деньги по скидке. Вот купить денег по дешевке — это всегда хорошо. Когда бывает плохо, что ты берешь, приходишь, покупаешь денег. Да, 20 рублей — это 20 рублей. Стрит, попкорн. Ну, попкорн, честно говоря, я бы сказал, не нужен, мы вроде сильные. 25 тысяч! О, полихромный Джокер в магазин. Так. Я вижу бесплатного полихромного Джокера, а вот это нам нужно. Блин, как нужно. Хотя я вот сейчас думаю, что такое деньги для нас. Деньги для нас мусор. У нас экономика просто летает. Нам не нужны деньги. А вот пропустить мы на самом деле теряем очень много.
И на боссе нужно 50 тысяч, нам прокачка нужна. Слушай, по-моему, надо играть. Да, давай не будем. Давай играть. Надо качать. Я думаю, это будет лучше. Так, старшая карта. Что-то мы ничего не изменилось. Короче, делаем то же самое, что было, да? Играем старшие карты и смотрим, сколько она набивает. А, нет, надо туза вытащить. Давай туза попробуем вытащить. О, туз есть, отлично. Так, старшая карта. Тройка, например, пошла. Четыре шестьсот. А вот тут уже математика не складывается. Математика не хочет складываться, да? Нам нужно 5 набивать. Маловато. Давай тогда принимать вот такое решение. Сбрасываем тогда вот это вот все дело. А, чертеж к автобусу поставить. Давай попробуем без этого пока. Давай попробуем вот так. Угу. Сделали нормальный себе бонус от кулака. И надеюсь, что этого хватит. Вот так вот попробуем. О, вот теперь хорошо. Теперь все хватает. И можно оставить чертеж на космонавте, чтобы в перспективе, может быть, хоть раз качнуть старшую карту. Ну, тут, конечно, не факт. Работает ли чертеж на автобус? Должен. Да, работает. Идеально. О, есть. Хоть кто-то тут работает. Нормально. Перфектно. Я бы сказал, что лучше мы не могли тут сыграть. Замок получает плюс 3 фишки за каждую сброшенную карту с мастью треф. И масть меняется каждый раунд. Вот эти вот все меняльные джокеры, когда-нибудь мы на них сделаем билд? Но, видимо, не сегодня. Он вечный. Че у нас опять билд на старшую карту? Не знаю. Что-то новенькое. Сыгранные золотые карты дают 4 доллара при подсчете. Вау. Мы его не брали такой ни разу. Будем нашего одного золотого туза играть. Да, это под Мидаса, да? Ну, что-то как-то... Ну да, он меняет механику золотых. С Мидасом будет им бища. Не знаю. Не, он у нас не клеится, да. Ничего не будет нам давать вовсе. Давай поищем что-то интереснее. Я сделаю нам вот эти хирофанта. Абстрактный джокер. 3 множителя за каждого джокера. Да, честно говоря, не надо. Честно говоря, не нужен он, да? Вроде должны босса проходить. Абстрактного вместо космонавта. Так а зачем? У нас этот цифровой множитель-то большущий, здоровенный. 37 тысяч. Так, ну у нас шутки кончились, да? Шутки кончились, если я правильно понимаю. Надо уже серьезно начинать играть, да? Типа давай сделаем девятку, семерку бонусную. А семерку не надо было. Ну окей, тогда вот так. Посмотрим, сколько мы набьем. Ого, 9 тысяч. Так, все хорошо. Зря волновались. Может даже двойку сейчас оставить. 9, ну да, мы где-то 50 набиваем такими темпами. 8, не, все нормально, да? Все хорошо.
8000 с одной карты. 2 это будет 16. Не, все нормально. Уходим по лезвию бритвы. Так что давай здесь двойку сыграем уже. Можно было ее сбросить, но... А смысл, да. И шестерка точно набивает. 100% набивает. По краю. Зато качаемся. Блин. Как мы с этой ересью... Один мисплей и хана, да. Каждая комната ожидания мисплея. О, бананчик. А вот бананчик, кстати, может уже и пора. Как-то слабо качается автобус. Ну, здрасте, автобус 37 дает. Ничего себе, слабо качается. 37, нормально качается. Так, банан давай брать. Вот нам бы... Ну, собственно, сам банан нам не нужен. Но его производная была бы просто идеальна. Если будет страшно, мы чертеж на автобус переставим. Должно быть нормально. И я посмотрю, денег что-то много. Ух, пятерка. Ой, какой туз. Красивый, да? Давай такого туза. С красной печатью. Так, фишки за оставшиеся сбросы. 20 множитель, если в сыгранной руке 3 или меньше карт. Ну, это полезно. Это прямо очень полезно нам. С другой стороны, вместо чего его взять? Кулак дает фишки. Кулак приятный. Здесь у нас карты Таро перспективные. Ну, он типа лучше банана немножко. Вместо космонавта. Слушай, я верю в космонавта. Космонавт чертежом нам уже вон как минимум дали 2 уровня к старшей карте. А может и 3. Так что не надо тут. Молодцы, ребята. Одна из 7 карт тянется рубашкой кверх. Нам нужно 50 тысяч. Я думаю, мы сильные. Я думаю, мы очень-очень сильные и ничего не боимся. И нам только нужно этого золотого туза вытащить. Так, давай сброс потратим. Золотого туза нет. Вот это кто? Ай, да не буду я его играть. Окей, ну, давай вот так. Давай вот так. Вдруг это валет, я его играть не буду. Посмотрим, что будет. Если страшно, переставляем чертеж. А, 12 тысяч. Так, все отлично. Все замечательно. У нас как раз то, что нужно. Это девятка, да? Ну и все. Это либо десятка, либо девятка. Ну, в общем, единственное, что нам здесь не хватает, это сейчас золотого туза. Рискнуть. А если это десятка, то будет пара. Пара фигня. Окей, кулак дал плюс 18, это девятка. Хорошо, тогда давай так. Угу. 14 тысяч. Все отлично. Подожди, или туза можно... А туза можно, кстати, с лицами, чтобы поискать золотого. Пара. Ой, страшно. Мисплей близко. Так, так. Все ради 3 рублей золотого, да? Старшая карта, туз. Внимательно, осторожно. Старшая карта, туз. Автобус не должен сломаться. Автобус сломается только если оно посчитает королей, дам, вольтов. Пока старшая карта туз, оно не посчитает. Все нормально. Чат, это 3 рубля. Может быть. Если вытащим золотого туза. Еее! 3 рубля как с куста. Изи.
100% того стоило. Ноль сомнений. 3 рубля это 3 рубля. О, это вам не это. О, купон на размер руки, классно. Пьяница, плюс 1 сброс каждый раунд. Зеленый джокер, плюс 1 множитель за каждую сыгранную руку, минус 1 множитель за каждый сброс. Вот, кстати, комбился бы с автобусом, если бы пораньше его получить. Может, парами качать автобус? А тут, видишь, у меня уже просто космонавт уже накачал старшую карту до 12 уровня, поэтому... Ну, хотя ты дело говоришь, что мы можем играть парой, чтобы больше рук сыграть, но все-таки прокачка космонавта, я думаю, нам тоже важная штука. Ох, какая десятка красивая, стеклянная. Ну, давай стеклянную десятку. Размер руки обязательно. 69 рублей еще осталось. Найс. Ну давай, посмотрим. Пары, фулхаусы. Пару пускай будет. Фулхаус, наверное, бесполезен, да? Нечетные дают 31 фишку при подсчете. Девятки, семерки, пятерки, тройки. Да, ну... Типа работает. Ну, наверное, нет. Клоун Хауса. Бесплатное обновление в магазине. Люблю. Куплю, поедем. Но, блин, что-то все не то, что мы ищем. Босс. Ока. Без повторяемых комбинаций в этом раунде. А вот мы и приплыли, господа, дамы. Что делать? Вот тут нас и поймали. Давай качать автобус в срочном порядке. Бежим. Так, сброс. Все бежим отсюда. Страшно, да? Да, конечно, страшно. Ну, раскачиваем автобус, потом чертеж переставляем. И вроде бы должно получиться, я думаю. Давай также попробуем. Так. Старшая карта. Без мисплеев. Ох, космонавт с чертежом активизировались. Молодцы. Бабах, 3 руки. У шамана 3 руки. Можно еще парами добить. Ну, да. Да. Так. Да и пытаюсь золотого вытащить. Опять. У меня один золотой. Я его всем пытаюсь поймать. Изи. Бег на Луну. Каждая дама, удерживаемая в руке, дает 13 множитель при подсчете. А у нас 4 дамы. И мы их можем удерживать в руке. Уничтожение карт. Император. Счастливая карта. Лица, кстати, уничтожать вроде нам и не нужно на самом деле. Почему дама побег на Луну? А, Нита говорила, что это устойчивое выражение в английском. Типа сбежать с девушками из ресторана, не заплатив. To the moon как-то говорится в английском. Я тоже, кстати, никогда не слышал до Балатра. Хотя я все на английском смотрю. Казнить знать? Надо ли?
знать нам множители дает. Нам вообще, мне кажется, колода работает очень хорошо. Давай императора. Вот, хорошо. Это тоже неплохо. Нет, даму брать не будем. Множителя у нас действительно дофига. Нам нужен иксовый множитель, которого у нас пока нет и не предвидится. Можно пропустить и перебросить жетон босса. Или рискнуть и надеяться, что затащим через чертеж, использовать грамотно смерч, чтобы собирать там пары. Что думаешь, пробьем? С чертежом не набьешь? Думаешь, не набью? Пробивай. Просто так мы еще магазин получим и еще раскачку, а так мы потеряем целый раунд. Давай пробивать. Чат, пробиваем. Вы что, хотите жить вечно? Окей. Здесь вот эти карты нужно оставить на босса, постараться. Ничего не боимся. 90 тысяч. Победа для синих? Чат думает, что победа для синих. Окей, окей. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Старшая карта. Нам можно сейчас пары покачать какие-нибудь перед боссом, да? Так-то. 20 тысяч со старшей карты. Ну, вроде хорошо все. Ну, кстати, сет набьет намного меньше, чем старшая карта. Мне не надо его здесь играть. Типа, для чего мы вообще? Попытаться качнуть сет? Почему ты делаешь билды только на старшую карту? Я не знаю, они сами собираются. Нам автобус вот пришел. Но автобус-то надо играть много рук, чтобы качать. Стрит. Вот стрит нам как раз не интересен, я думаю. Ну ладно, давай попробуем стрит сыграем. Сыграть. Да я размышляю в том, нужна ли нам прокачка стритов и всего остального. 9000 всего стрит набивает. Я вам говорил, что он будет трешовый. А вы мне не верили. Надо аккуратно еще. Сейчас. Так вот. Надо быть осторожней. Тоже 90 тысяч на дороге не валяются. Так, это 25, да? Ну еще 2 у нас 60. Вроде получается. Отлично. Ровно столько, сколько нужно. Ну, видишь, старшими картами мы 120 набили. Но это еще не босс. Вот сейчас будет босс. Так. Нужны джокеры. Нормальные. А перед таким боссом, наверное, время отдать космонавта, да? Отдаем банан бессмертный. Отдаем космонавта. Знаешь что, давай качнем две пары еще. И будем смотреть здесь джокеров. Карта лояльности. Иксовый множитель для шестой сыгранной руки осталось 5. Фишки, если есть сет. У тебя есть план Б, когда банан сломается? Конечно. У меня всегда есть план Б.
Окей, давай. Космонавта жалко. Жалко космонавта, он такой хороший. А план Б заключается в том, что он не сломается. Ладно, давай искать. Нам нужен нормальный Джокер, короче. И мы его сейчас будем искать. 10 множитель, если две пары. Это ненормальный Джокер, спойлеры. Туз с красной печатью. Кстати, туз с красной печатью хорошо. Фольгированная стеклянная пятерка вообще отлично. На красную печать может было множитель бахнуть, да. Зря, может, я нет. Стекло не надо. Квадратный Джокер. Да что ж, что-то сегодня под Джокером как-то вообще не идет, да? Сверхновая. Даст 39 множителя. Вечная собака. Даст 39 множителя старшей карте. Ну, автобус-то у нас мощнее. Автобус плюс 50. Может, кулак нам не нужен? Ну, вот это точно не нужен. Ну, вот она прям вечная-вечная, да. Ну, блин, она нам подходит. Ну, куда? 39 множителя. Ну, давай. Давай, короче, берем ее. Вечная, не вечная. Ну и все, мы идем ва-банк вот так. Чертеж на автобус. Здесь у нас сверхновая. Видимо, поехали. Так, только осторожно. Без повторяемых комбинаций. Нам нужно сейчас сделать прям красивое. Ну вот я сразу вижу пару на девятках. Красивая пара с хорошим множителем. Наверное, логично сразу ее сыграть и не выделываться. Только не пару дам. Ну, это будет старшая. Но я не знаю, хочу ли я ее сейчас сыграть. Пару будет легко сыграть, но старшую будет еще легче сыграть. Старшая лучше туз. Вот я тоже думаю, туз с множителем, с императрицей. Или лучше поискать еще вот этого туза. Да. Окей, давай так. Пара. Две пары нельзя. Чат. Окей, поехали так. Хотя новая не работает, да, на пару. 19 тысяч. Ну, как и предполагалось, пара будет не очень. А, так, теперь. Теперь чего? Вот такое чувство, что для старшей рано. Сет на дамах есть, да. Флэш искать, да? Ну, кстати, можно поискать флэш. Давай попробуем. Наверное, вот этот тоже надо сбрасывать. А, мы прям сейчас можем сделать флэш. Стой. Давай этот одного вольта превратим в туза и будет флэш. А? Хотя, конечно, смерть лучше бы на вот эту на вот этого туза. Красивого с золотой печатью. Ну, это, наверное, жадность. Левую, вправо, пока. Так. Все, и у нас есть легкий флэш. Что, автобус? С автобусом все хорошо. Тузы. С тузами все нормально. А че мисплей? Чат, почему мисплей? О, стеклянная фольгированная пятерка норм, да? Лучше туза того. Давай искать того туза.
Ну, я думаю, что эту пятерку как старше, но тот туз будет круче. Самый тот мощный. Но эту пятерку я тоже оставлю. Двойки для сета. Зачем дамы? Не знаю. Для кулака, видимо. Двойки надо было для сета оставить, вы правы. Что у нас по пятеркам? У нас еще три пятерки. Семерок? Семерок нет. Семерки можно сбрасывать. Блин, двойки надо было оставлять. А-а-а, ну теперь уже все, уже поздно. Десяток еще пять. Дам навытаскивали целую орду. Надо лица сбрасывать. Ну, блин, все, сброс кончились. Прям, я бы сказал, очень фигня получилась. Пятерку и то, что ниже. Я думаю, что нам сейчас нужно сброс сделать. Если я сыграю пару дам. То они не засчитаются. Правильно, чат? Потому что я уже играл пару. Ты уверен? Нет, но, наверное. Написано, рука не принесет очки. Не должна же. Кто-то проверял? Засчитывается, но очков не дадут, как я понимаю. Проверял, не будет. Не засчитает. Посчитает, но не зачтет. Короче, никто не знает. По моей логике, автобус не должен сработать. Потому что написано, рука не принесет очки. И по идее это не должно подсчитываться. Эта пара не должна подсчитываться. Вот если я правильно понимаю. Если сломается, то это будет хана. Катастрофа. Пробуем. Итак, хана, почему? Точно сломает? Написано не принесет, да. Поэтому я предполагаю, что она не подсчитывается. Не считается. Автобус жив. Чат. Все хорошо. Ноль сомнений. Окей, у нас есть... А, он не с красной печатью. Я думал, он с красной печатью. Он, блин, с золотой печатью. А у нас нет красной печати. А, блин. А чё я так радовал? Чё я так ждал этого туза? Непонятно. Блин. Так, две пары, говорят. Так, две пары давай играть. Давай играть две пары, да. Давай играть две пары. Ну и мы будем играть пятерку, видимо, как финальную старшую карту. Поэтому на две пары давай еще делать множитель тогда на десятки. Вот так. Тузы, десятки, тройка. Пятерка — это будет наша старшая карта. Сбросить шестерку? Почему? Потом 5, 4, 3. А, окей. Я понял, что пятерка была старше карты. Окей. Да-да-да, вы правильно говорите.
Ну, поехали. Блин. И в конце мы вытаскиваем две пары. Вот когда они меньше всего нужны были. Окей. Ну, сейчас будет старшая карта, да. Чертеж сюда. Сверхновая 39. Банан, кулак. Ну, умножитель кулака будет от тройки. Тут ничего не сделаешь. Ну что, мы вытащили четверку и тройку. Как тут было рассчитать? Ну все, пробуем. Ну да. Две тысячи! Ровно столько, сколько нужно для победы! Удача при мне. Так выпьем чарку йо-хо. Просчитано на 20 ходов вперед. Изи. Мы бы на самом деле просто прокачивали сверхновую, там все дела. Ни за ни секунды сомнений. О, обсерватория. Блин. Фу, окей. Обсерватория очень хороша. Окей, давай наборы открывать. О, дурак. А дурак даст нам карты множители. Не знаю, нужды они или нет. Может быть, нам, кстати, стальная карта не будет умножать нам модификаторы от вот эти вот. Она только базу будет умножать. Хотя база тоже неплохо, да? А давай императора. Колесо фортуны. Солнце мое, взгляни на меня. Я счастлив, я абсолютно счастлив. Я дурак на колесо фортуны, да? Джокеры нужны, но сейчас уже так не продать легко кого-нибудь, чтобы суд бахнуть. Планеты? Надо найти старше, да? В планетах. Вообще надо найти нормального Джокера какого-нибудь. Ну, нет, не такого. Оп! Множитель за стеклянную, за каждую уничтоженную стеклянную карту. У нас есть одна. Зачем, что ты творишь? Что я творю? Я продал планеты. А, надо было их оставить, чтобы они не попадались, да? Окей, да. Может банан выбросить? Банан надо, чтобы сломался, и потом купить нового. Ты продал X2 множитель? О, 30 рублей. Ну я продал X2 множитель для какой-то фигни, нет? Для флеша или чего там. Почему ты не взял синего Джокера? Места нет. Места нет. Окей, 110 тысяч. Ну здесь мы можем спокойно играть старшую карту. Хотя 30 рублей, блин. Синего Джокера вместо автобуса? Да. Конечно, конечно. Мы уже не качаемся, но у нас сверхновая качается. Вода без сбросов в этом раунде. Ну, без сбросов мы жить можно. Нет, давай играть, будем качаться, да. Стекло не ломаем, стекло оставляем. Что-то типа старшую карту. Играем и все. Да должны без проблем набивать. Чертеж переставить на банан, чтобы чертеж сломался. Но тут мы уже, видишь, тут мы уже очень сильные стали. И
Надо, давай этого счастливого туза поищем. Он может 20 рублей дать. Ну, нет, так нет. Все, если не нашли счастливого туза, я тогда не буду заморачиваться. Я просто буду все подряд старшие карты играть. Потому что... В теории чертеж еще переставлять надо, да? Ну... Мы по 50 тысяч выбиваем. И боссы должны выбить тоже. Должны. Чертеж просто выключить, да, направо переставить. Окей, каре и сет есть. В картах. Нам нужно не каре и не сет, нам нужна старшая карта. Еще нам нужны хорошие шуты. Бродяга, редкий. Создает карту Таро, если сыгранная рука, когда у вас 4 или меньше доллара. Вообще мы можем сейчас все бахать. Типа конец игры, 7 анты, можем все деньги потратить. Но с ним столько мороки. Вся морока. Что мы в картах Таро будем искать? Да поздно уже, мне кажется, да, тоже. Не, давай не будем. Ну это билд на Таро, да, и надо было раньше его. О, счастливую семерку возьмем лучше. Отшельник, маг и волшебник. 20 рублей по скидке. Здесь на стрит. Флэш. Или надо выкупать эти карточки, чтобы они не попадались, да? Найти старшую карту. Денег жалко. 165. Так, ну давай уберем этого. Чертеж просто выключим сейчас. Поищем тузов. И все, сбросы кончились. Ну и по идее мы типа просто вот так делаем, да? 37. Вроде как раз, да? Пять, да, вроде набиваем. Так, так, тоже старше. Осторожно. Ну, если что, в чертеж передвинем, но, по-моему, нормально. Да, еще две руки как раз. А, давай так. Двадцать рублей, может? И дают 20 рублей. И отлично. Туз есть, все хорошо. Варлок, найди Джокера на X-множитель. Ну, сейчас найду. Сейчас пойду и найду. Где я его найду? Все, он не попадается в магазине. Просто возьми и найди. Какой хороший совет. Если у тебя нет дома, то купи дом. Если у тебя нет работы, найди работу. Чат, ну вы, блин, даете. Вас бы да в президенты. Пятка, красная карточка. Ну все не то, да? Все не то. Башня. Не, ну в теории под башня-то нормально, кстати. По идее, да? Берем, делаем каменную карту, может пригодится. Перцесный в старшую карту в дурака. Да, 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 да. Две пары. Давай купим. Ух, голографическая сомнительная компания. Вечная. Еще одна башня. Джокеры, карты планет, Таро и спектральные карты могут появляться многократно. Вот этот парень нам нужен. Чтобы найти... Две копии этого. Ну вы поняли кого. Две копии карты. Старшей карты. Ну это, блин. Слей банан? Так, он не хочет. Банан не хочет сливаться. Ч
Что я сделаю, чат? Как мне быть бананом? Если банан не бананится. Так, 220 тысяч мы набиваем? Вроде должны набивать. Почему чертеж отдельно? Ну, мы фармим. Извините. Я аж подавился. Я типа его выключил, чтобы много не набивать. 46. 5,5, 25. Ну, вроде должны набивать, нет? Ну, если каменную сделаем, так вообще набьем. Мега набьем. Стой, пара. И то старшая. Должны набивать. Не используй вторую планеты. Ищи дурака. Последняя была старшая карта. Она упадет в расходнике. Я что ли зря 200 монеток поставил на тебя? Я жду победу. Вексик, спасибо большое за донат. Спасибо. Победа будет. Ноль сомнений. Ноль сомнений. Спасибо большое за донат. Что-то мало, да? Надо делать старшую. Подожди. Короля. Не, вольта. Надо делать каменную. Вольта в каменную. Все нормально, все. Да, в конце накинем чертеж. Давай вот так. Что-то я боюсь. Не будем рисковать, да? Ближе, чем хотелось бы. Автобус плюс 67. Жесть. Ноль проблем. Хрустальный шар плюс один слот для расходников. Кстати, наш. Восьмой анте. Так, идем на финалку. Погнали. Поехали. Императрица. Карты с множителем. Стальные карты. Стеклянные карты. Ну, нам стеклянные подходят. Множитель бесполезен. Давай стальные еще поделаем. Давай стальную десятку. Смерть. А вот и дурак. Но дурак скопирует не то, что нам нужно. Я уже запорол комбу с дураком. Тогда смерть и... туза делаем. Так, это берем. Типа, куда нам уже деньги экономить? Нептун. Не знаю. Купи Нептуна. Все еще. Плутон! Мы нашли его. Вот она, старшая карта. Окей. Есть. Карты с лицом, удерживаемые в руке, имеют шанс дать денег. Окей. Мы нашли Плутон. Переброс босс-блайнда. Фиолетовый сосуд. Очень большой блайнд. Собака сидел в засаде. 1 200 000, да? Надо перебрасывать, правильно? У нас, конечно, множитель будет, но... сколько мы набиваем? По 50 тысяч за руку. Надо переброс делать. Янтарный желудь переворачивает, тасует всех джокеров. Отлично. Нам только разобраться, где чертеж, и мы победим. Окей. 400 тысяч. Это более реально. Окей, надо играть и тратить все деньги после этого боя в магазине. Так, здесь уже без шуток. Здесь без шуток. Старшую карту играем, короче, сильно. И не выделываемся.
старшая карта туз. Тысяч, ну нормально. Короче, золотой туз набил 100 тысяч. Надо поискать этого еще одного золотого. Да, отлично. Так. О, это пара. Так, пятерку на всякий случай оставляем. Ну, пофиг, давай. Давай так. Хорошо. Так, если сейчас деньги сливаем в ноль все. У нас не то, чтобы сильно много осталось. Ну, а может и осталось. Вот все 20. Две пары. Два набора планет. Аркан нет. То есть... Блин. Черт. Ну ладно. Все. Надо сейчас на все деньги ролить и находить дурака. Копировать старшую карту. Почему Плутон дает множитель? А у нас этот купон обсерватория. Планеты в расходниках дают множитель на... О, сапог. Сапог не подходит. Сапог такая имба, если его найти, когда ты все деньги не потратил. Да. Дьявол. Баран, кстати, жив. А вот и рация. Помнишь, мы про нее вначале... забега говорили. Так вот. Ну что, уже поздно. Бессмысленно. Нам эти 10 фишек ничего не дают. Наборы планет бесплатные. Тоже поздно. Ну все. Сливаем деньги. Не так-то просто. Деньги не кончаются. Вечный всплеск. Ну, блин. В конце хряпнуть всплеску. А нужен он? Наверное, не нужен. Наверное, он ничего не делает нам особо. Автобус сломает, да. Забудем про него. Давай дальше. Вот что-то новенькое. Имеет шанс 1 к 2 для сыгранных карт с мастью черви дать множитель 1.5 при подсчете. 50% шанс только для червей. Ну, черви у нас, кстати, есть в наличии. Может взять его, а? Вместо банана. Бесконечное яйцо. Очень полезно. Имеет шанс для сыгранных карт. Слушай, ну давай возьмем. Черви у нас есть, в принципе. Тузы как раз вот эти червовые. Банан дает всего лишь 15 множителя, что очень мало. Типа у нас идет 56. Отсюда, 70 отсюда и 70 отсюда. То есть, ну вообще, 15 ни о чем. Из кулака там еще 20-ка, что-то такое. Ну кулак еще фишки дает, что приятно. А что нам дает этот множитель 1.5 на карте? Тоже особо ничего не... Ну, он будет множить вот это и бонус от карты. Он не будет множить бонус от Джокера. Потому что это будет карта, да? Наверное, не то.
Он умножит только множитель старшей карты и все. Давай дальше крутить. Все, я решил, что фигня. Ну тут еще фиговей. Окей. А, можно продать еще уран. Плутон. И еще раз крутануть. Посмотреть на вампира в последней руке. И пойти дальше. Ну, короче, играем с тем, что есть. Все. Окей, нам сейчас перевернет всех джокеров. Чат, вы увидели? Где джокер? Так. Давай смотреть, кто из них. Где у нас чертеж лежит? Так, топара, подожди. Это тоже пара. Замедли скорость? Нет, надо просто смотреть внимательно. Окей. По-моему, вот эти два. По-моему, вот здесь чертеж. И, по-моему, он как раз копирует автобус. Так что можно ничего не трогать. Да, все лежит как надо. И мы 103 тысячи набили. Да-да-да-да-да. Вот здесь автобус, а здесь этот. Короче, ничего не трогаем. Кулак, нам без разницы, где что лежит. Все, по-моему, это победа, ребят. По-моему, это все. Мы сделали это. Каменную пока можно не играть. Я внимательно все проверяю, чтобы все старшая карта была. Никаких, никаких руин. И мы по 100 тысяч за руку набиваем. Должно быть ноль проблем. Каменные карты всегда учитываются. Два, да. Плутон дает множитель, смотрите. В руке. И последний раунд. Давай счастливую семерочку. Бабах. Победа! Ровно столько, сколько нужно для победы. Изи. Даже ни секунды. Нет секунды сомнений и ни одной ошибки. И да, вообще красота. YouTube, ставим лайки, не забываем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии внизу, я все читаю, и да, празднуем победу, ура, ура, о, прошли ставку, а что на следующей ставке будет? Так. Оранжевая ставка. В магазине могут появиться временные джокеры. Они ослабляются спустя 5 раундов. Трэш-джокеры, да?